Каждое занятие в клубе здоровья начинается с разминки. С недавнего времени традиционные упражнения заменили танцами. Руководитель клуба Тамара Томышева считает, что так создается необходимый настрой для занятий лечебной физкультурой. Сюда приходят с выходом на пенсию, а уходить просто не хотят. Некоторым гимнасткам уже за 80, поэтому комплекс упражнений руководители клуба подбирали очень тщательно. С самого начала у меня много литературы. Я и периодическое издание. У меня есть, начиная... Основатели здорового образа жизни из Брега, Шелтона, Микулина, Шаталовой. А сейчас у нас Нарбекова основание. У нас сейчас Пилатес есть. Оттуда я беру просто колонетиком, беру упражнения, те, которые подходят именно к нашему возрасту. И строю программу так, чтобы, как говорится, не навреди. Пана Николаевна Покровская занимается в клубе более 15 лет. Сейчас женщине 75, и по ее признанию свой возраст она не чувствует. Регулярные физические нагрузки улучшили самочувствие, а также избавили от сезонных заболеваний. Я не болела еще, пока я не лечусь. Вот только недавно коленом запнулась о рельсы железные, трамвайные, и у меня заболело колено. Только поэтому я полечилась месяц и снова сюда хожу. Сейчас из-за большого количества желающих организовано две группы по 20 человек в каждой. Увы, мужчины в клуб не торопятся. А вот целеустремленных энергичных дам регулярные занятия лечебной физкультурой в утренние часы заряжают бодростью на весь день. Яна Романова, новости сейчас.